Помимо
различных памятных призов, и медалей, и там всяческих сувениров, и сувенирной продукции, ну вы поняли, в общем. Все то, что будет пылиться у вас на полках, помимо этого вы получите что-то, что вы реально можете потратить. Победители в каждой категории у нас получают $150 сегодня. Но я не стала говорить о том, что будет пылиться обязательно. Дело в том, что медали, памятные медали, которые мы сделали по образцу соревнования знаменитейшего Harvest Moon Ball, мы их заказывали специально, нам их отливали, мы их показывали периодически на наших контестах. Это будут последние комплекты этих медалей. Уникально! Я собиралась это сказать на награждении. Ну что? Хорошо. Judges, are you ready? Now you need to point on three, yes? On three, on three. Yeah. And the one, two, three. Самое время продолжить.